Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородице, Деву радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Деву радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Деву радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Очисти грехи наши,
Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Паки, паки, ко святым царственным ученикам помолимся. Ко святому великому ученику, благоверному царю Николаю, помолимся. Святый великому ученичи царю Николае, моли Бога о нас. О святый великому ученичи, победоносчи и целебничи царю Николае, вопрошая, як у Исаака Авраама, Господа вопрошал еси, где есть овча, ежево все сожжение, и отвещаю, отвещал еси владыце твоему, аще потребна жертва за Русь святую, аз есмь жертва сия, сим же яко первосвященник за грехи народа твоего, ходатай небес крови ко престолу Троицы святые пришеда, моли у нас, о страдальче, пятидесятилетний, Бога Твоего, да не убоимся страданий за Христа, и як уже привел еси народ Твой к славной победе над злым врагом, по ней и чрез 28 лет сице приведи нас к победе над злою волею нашою и над врагами царства Твоего, и як уневестил еси семью Твою небесному жениху, сице и сирых младенцев русских, напитай у хлебе у целомудрия, и як уже новый Николай чудотворец, шествуй нам тесным путем ко Христу приводящим, о дивный воевода рода русского, поборствуй Руси святой противу нового ига, агаринского и ляжского злейша, накажи, но помилуй, попали, но исцели, умоли Господа и пречистую Матерь Его, не быть и в конец оставленней земли нашей, да будет на нас державная воля Твоя, да будет с нами Отче и милость Твоя, и як умножися вопль Содомский от земли нашей, призри милостивно наны, як уже и Господь Бог наш в Троице славимый, древле посети любовью Своею Он и я содомлены, так уда очистит ныне нас Бог огнем любви Твоей. Аминь. Величаем, величаем Тя, страстотерпче святый великому ученичи царю Николае. И чтим честная страдания Твоя, я же за Христа претерпел еси. Двери, двери, премудростью вон мя. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина,
рождена, не сотворена, едина сущна Отцем же все выше. Нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося в Духа Святой Марии Девы и вочеловечася, распята Божий заны при Понтийском Пилате, и страдавшая, и погребенная, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего лесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Божие Царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном с поклоняемой славе воглаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и в веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силою на Тебе пропятого, Господа нашего Иисуса Христа, в ад сшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши мя и сопами очищуся, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, ве заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавят тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием и будет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а ты сящает младесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь.
яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище Твое. Не придет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тя, да никогда приоткнешь о камень ногу Твою, на аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое, воззовет ко Мне и услышу Его, с Ним есть в скорби, изму Его и прославлю Его, долготою дней исполню Его, явлю Ему спасение Мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Во имя Отца и Сына Святого Духа, аминь. Начинаем глаголить молитву священномученика Киприана. Во дни или в ночи, или в кой час упражнявшися, все силы сопротивного от славы Бога живого отпадут. Сей священномученик, всей душею молящийся Богу в глаголях, Господи Боже сильный и святый, Царь царствующих, ныне услышу молитву раба Твоего Киприана, Тебе предстоят тысяча тысяч, и тьма тьмам ангел и архангел, Ты веси тайное сердце раба Твоего, предстань ему, Господи, яко в узах Павлу, и в огне фекли, так опознати мне Тебя, азбо первый творяк, вся беззаконие моя. Ты, держав облак, и небо не одожди древа садовнего, и то плод не твори, не праздным женам переждати, и иным зачатия не дах, на ограждение вертограда токмо взирах, и не твори их. Розги не цвести, и классу не прозябати, винограду не родите, и зверям не плождатися, рыбам морским не плавати, и птицам небесным летать и возбрани. Так вот и показал силу свою при пророце Илье. Молю тебя, Господи Боже мой, вся чародейство, и вся лукавая беса ко греху человека клонях, и на нем грех творях, ты силою своею запрети. Ныне же, Господи, Боже мой, сильный и великий, благоволивый от недостойного, достойному мне быть и сопричастному святому Твоему стаду, молю Тебя, Господи, Боже мой, кто и мать молитву сию в дому или при себе, сотвори ему, простящее ею, пресвятым величеством своим, милосердствах на мне, и не восхоте погубить имя со беззакониями моими, так он не погуби всякого молящего тебя молитвою сиею, непрочного вере утверди, бессильного духом укрепи, отчаянного вразуми, и не отверзи всякого, прибегающего к твоему святому имени. Я же, припадая к тебе, Господи, молю и прошу тебя во всяком доме и на всяком месте, наипаче на православном христианине, я же имеется чародейство кое от лукавых человек или бесов, да прочтется молитва сия над головою человека или в дому, и да разрешится от связания злыми духами головою в зависти, лести, ревности, ненависти, злопомнении, злоустрашении, действенном отравлении, от языческого едения и от всякого заклинания и клятвы. Кто убо стяжал молитву сию во своем дому, да будет соблюден от всякого ухищрения дьявольского, потвора, отравы злыми и лукавыми человеками, от заклинаний и всякого колдования и чародеяния, и да бежат о него бесы, и да отступят злые духи. Господи Боже мой, имея власть на небеси и на земли, ради имени Твоего святого и ради несказанной благости Сына Твоего, на Бога нашего Иисуса Христа, услышив час сей недостойного раба Твоего, я же чтет молитву сию, и по ней да разрешится вся лукавая козни. Я потает воск от лица огня, так куда погибнут вся чародеяния и заклинания лукавские от лица человека, чтущего молитву сию.
яко имя живоначальной Троицы нам просвещение суть, и разве Тебе иного Бога не знаем, Тебе веруем, Тебе поклоняемся и Тебя молим, защити, заступи и сохрани нас, Боже, от всякого лукавого действа, чародейства злых человек, яко же Моисеем сыновам из камени сладкую воду источил еси, так уж где, Господи Боже, сил, положи руку свою на раба Твоего, полную благости Твоей, и защити от всякого казнодейства. Благослови, Господи, дом, в нем же да пребудет молитва сия, и всякого чтущего память мою. Милость свою пошли ему, Господи, и защити его от всякого чародеяния, помощником и покровителем ему буди, Господи. Четыре реки, Хисон, Геон, Евфрат и Тигр, эдемский человек не может удержать им. Так он не может никакой чародей ставления дел или мечтаний бесовских являть и при чтении молитвы сия. Заклинаю Богом живым, да сокрушится демон и прогонится вся противная злая сила, пущенная от злых человек, на раба сего Божьего, яко умножил лета Езекию царю, так умножи лета имущему молитву сию, службою ангел, пением серафимским, благовещением Пресвятая Дева Мария от Архангела Гавриила и бесплотно ради зачатия ее, Господа нашего Иисуса Христа, славного Рождества Его в Вифлееме, закланием от Ирода Царя 4 на 10 тысяч младенцев и святого крещения Его, воспринятым во Иордановой реке, постом и искушением еже от дьявола, ужасной Его победы, ужаснейшего суда Его, ужаснейших чудес Его в мире бывших, исцеление, очищение, даруяй, мертвых оживляй, бесы изгоняй, и во Иерусалим ход его, яко царя, исполняй, осанна сыну Давидому, от младенец вопиющих ти, слышай, святые страсти, распятие и погребение терпя, и иже в третий день воскресенью бысть, яко же писано есть, и на небеса восхождение, пение там многочисленных ангел и архангел, славя восход его, и же одесную Отца, сидения до второго пришествия его судите живых и мертвых. Власть дал еси святым ученикам твоим и апостолам, реки им, держите и держатся, решите и разрешатся, так и всякому по молитве сей разреши всякое дьявольское чародейство над рабом Твоим сим, ради Бо святого великого имени Твоего, заклинаю и прогоняю все души лукавые и злые, и от часа злых человек и чародейства их, наговоры, колдовство, глазную порчу, чародеяние и всякое ухищрение дьявольское, молю Тебя, многолимого милостиве Господи, отведи от раба Твоего сего, и от дома его, и от всякого стяжания его. Яко же умножил богатство праведному Иову, так, о Господи, умножи домашнее житие имущему молитву сию, созданием Адамовым, жертвою Авелевой, благовещением Иосифовым, святостью Еноха, правдою Ноя, обращением Мелхиседека, верою Авраама, святостью Иакова, пророчеством пророков, святостью святынью патриархов, кровью священномучеников, закланием Петра и Павла, детством Моисея, девством Иоанна Богослова, священством Аарона, действом Иисуса Навина, святостью Самуила, 12 колен Израилевых, молением пророка Елисея, постом и видением пророка Даниила, проданием Иосифа Прекрасного, премудростью пророка Соломона,
силою 160 ангел, молением честного славного пророка и крестителя Иоанна, и 110 святителей Второго Собора, святых исповедников и споручников страшного, несказанного имени Твоего святого, всеславного Всевидца Бога, ему же предстоят тысяча, и тьма ангел и архангел, молитвы их ради молю и прошу Тебя, Господи, прогоняй и одолевай всякую злобу и лукавство от раба Твоего сия, и добежит оно в Тартар. Молитву сию возношу единому и непобедимому Богу, якуда подобает всем человекам православным спасение в дому том, в нем же имеется молитва сия, ежеписана в 72 языцах, и да разрешится по ней всякое лукавство, или в море, или при пути, или в источнице, или в кладезе, или в верхнем порозе, или в нижнем, или позади, или спереди, или в стене, или в крови, всюду, да разрешится всякое лукавское, дьявольское наваждение в ходу или в стану, или в горах, или в вертепах, или в притворах домовых, или в пропастях земных, или в корени древа, или в листьях растений, или в нивах, или в садах, или в траве, или в кусте, или в пище, или в бане, да разрешится всякое лукавское деяние, или в коже рыбьей, или в плотской, или в коже змеиной, или в коже человеческой, или в украшениях нарядных, или в уборах головных, или в глазах, или в ушах, или в волосах головных, или в бровях, или в постели, или в одежде, или в обрезании ногтей ножных, или в обрезании ногтей ручных, или в крови горячей, или в воде студенной. Да разрешится всякое злодеяние, чародеяние, да разрешится, или в мозгу, или под мозгом, или в плече, или между плечами, или в мышцах, или в голени, или в ноге, или в руке, или в чреве, или под чревом, или в кости, или в жилах, или в желудке, или в естественных пределах, да разрешится всякое дьявольское действие, и на вождение содеянное, или на злате, или на сребре, или на меди, или на железе, или в олове, или в свинце, или в меду, или в воске, или в вине, или в пиве, или в хлебе, или в яствах, во всем да разрешится всякое злое дьявольское мышление против человека, или в морских гадах, или летающих насекомых, или в животных, или в птицах, или в звездах, или в луне, или в зверях, или в пресмыкающихся, или в хартиях, или в чернилах, во всем да разрешится. Господи, отгони дьявола от раба Божия сего, силу честного животворящего креста Твоего. Во един час, разбойник, внеди в рай молитвою, молитвою помолися Иисус Навин и солнце ста и луна. Еже помолися пророк Даниил и загради уста львов, три отроцы, Анания, Азария и Мисаил, погаси пламень пещи огненной молитвою. Так уж демолю Тебя, Господи, по молитве сей дашь всякому молящемуся ей. Молюся и прошу Святого Собора Пророческого Захария, Осию, Иессея, Иоиля, Михея, Исаию, Даниила, Иеремию, Амоса, Самуила, Илию, Елисея, Наума и пророка предтечу и крестителя Господня Иоанна. Молю и прошу четырех евангелистов, Матфея, Марка, Луку и Иоанна Богослова, и святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анну, Иосифа Обручника, Иакова брата Господня по плоти, Симеона Богоприимца и Симеона сродника Господня, и Андрея Христа ради Иродивого, и Иоанна Милостивого, и Игнатия
Богоносца и священномученика Анания и Романа Певца Кандаков, и Марка Греческого, и Кирилла Патриарха Иерусалимского, и преподобного Ефрема Сирина, и Марка Рабокопателя, и трех святителей великих, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и Ижева святых отец наших святителей, Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, и святых митрополитов Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Гермогена, Иннокентия и Кирилла, московских чудотворцев, преподобных Антония, Феодосия и Афанасия, Киево-Печерских чудотворцев, преподобных Сергия и Никона, Радонежских чудотворцев, преподобных Зосиму и Саватия, Соловецких чудотворцев, преподобных Гурия и Варсонофия, Казанских чудотворцев, иже со святых отец наших Пахомия, Антония, Феодосия, Пимена Великого, и иже со святых отца нашего Серафима Саровского, Самсона и Даниила Столпников, Максима Грека, монаха Милетия Фонской горы, Никона, патриарха Антиохийского, великомученика Кириака и матери его Иулиты, Алексия, человека Божия, и святых преподобных жен Мироносиц, Марии Магдалины, Ефросинии, Ксении, Евдокии, Анастасии, святых великомучениц Параскевы, Екатерины, Февронии, Марины, я же проливших кровь свою за тебя, Христа Бога нашего, и всех святых, от века тебе угодивших, Господи, помилуй и спаси раба твоего сего, да не прикоснется к нему, ни к дому его, никакое зло и лукавство, ни в вечерний час, ни в утренний, ни во дни, ни в нощи, да не прикоснется. Сохрани его, Господи, от воздушных, тартарных, водяных, лесовых, дворовых и всякого рода других бесов и духов злобы. Молю тебя, Господи, я же написася, молитва сия, святая священномученика Киприана, утверждена и ознаменована бысь от святой Троицы на погубление и прогнание всякого зла, врага и супостата, бесовских сетей, ловящих всюду человека колдовством и чародейством Садока и Нафаила, нарицаемого Ефил, и щерей Самуиловых, искусных в чародеянии. Словом Господним утвердися небо и земля, и вся я же в поднебесность силою молитвы сей, изгонится всякое вражеское наваждение и потворство. Призываю помощь, вся сила небесная и чиноначалие твоя, архангелы, Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила, Салафаила и Ягудиила, Варахила и ангела-хранителя моего, силу честного животворящего креста и вся силы и духи небесные, да будет соблюден раб твой, Господи, сей, и да будет посрамлено лукавское с дьявольское всей небесной силою во славу твою, Господа, Создателя моего, и во славу Сына твоего, Господа нашего Иисуса Христа, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, ты един всесильный и всемогущий, сохрани по молитве священномученика Киприана, раба твоего сего. Господи, ты един всесильный и всемогущий, сохрани по молитве священномученика Киприана, раба твоего сего. Господи, ты един всесильный и всемогущий, сохрани по молитве священномученика Киприана, раба твоего сего. Господи Иисусе Христе, Слове и Сына Божий, молитву и Пресвятые Твоей Матери и Ангела-Хранителя моего, помилуй грешного раба твоего сего. Господи Иисусе Христе, Слове и Сыне Божий, молитву и Пресвятые Твоей Матери и Ангела-Хранителя моего, помилуй грешного раба твоего сего. Господи Иисусе Христе, Слове и Сыне Божий, молитву и Пресвятая Твоей Матери и Ангела-Хранителя моего, помилуй грешного раба твоего сего. Все святые и праведные, молите милостивого Бога о рабе Божий всем, да сохранит и помилует его от всякого врага и супостата. Все святые и праведные, молите милостивого Бога о рабе Божий всем, да сохранит и помилует его от всякого врага и супостата. Все святые и праведные, молите милостивого Бога о рабе Божьем всем, да сохранит и помилует его от всякого врага и супостата.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Аминь, 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 аминь. Аминь, 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 аминь. Аминь, 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 аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.